В актовом зале областной больницы собрались медицинские работники со всего региона. Накануне своего профессионального дня они принимают поздравления от руководства медучреждения и коллег. К собравшимся обратился заместитель акима области Тимур Султангазиев. В первую очередь я хотел бы сказать огромную благодарность нашим медицинским сестрам, врачам, фельдшерам, водителям, те, которые на передовой, когда практически вся страна и весь мир только смотрели на людях в белых халатах, как своих спасителей. За неоценимый труд и выдержку медиков отметили почетными грамотами, благодарственными письмами, ведомственными знаками «Ветеран труда» и «Лучший работник в сфере здравоохранения». Алма Макашева посвятила медицине 42 года. Прийти в такую благородную сферу она решила по стопам дяди, чтобы так же, как и он, спасать жизни людей. Все братья и сестры Алмы Ахметовны тоже в этой сфере. За годы работы врач видела многое. Интересный был случай, знаете, в 87 году было после свадьбы. Мужчина пришел, да, подбородка был синий. Мы так напугались, что это при переломе основания черепа бывают такие случаи. Мы так напугались, мы его носилка. Это было очень интересно. Потом его привезли сюда в областную больницу. Оказалось, у него отравление, как маска фантомаса вот это была. Вот это интересно учить. До сих пор этот больной живой. Мы сейчас с ним встречаемся. Самое приятное в работе, признается Алма Ахметовна, встречать благодарных пациентов. Видеть, как с улыбкой на лице они покидают медицинский кабинет. Полностью отдается своей работе Людмила Сейфулина. Говорит, выбрала профессию по велению сердца. Свою жизнь я вот связала с медициной, именно с педиатрией. И я ни грамма об этом не жалею. У нас дети от 0 до 3 лет в дом ребенка. Там очень много интересных случаев, потому что дети все там, конечно, со сломанной судьбой. И к ним нужен индивидуальный, специальный, я бы сказала, подход. Психологически очень тяжело, большая, конечно, нагрузка, потому что, видя страдания этих детей, конечно, просто так нельзя пройти мимо них. Всего наградили 39 работников медицинской сферы. Среди них врачи, медсестры, водители скорой помощи, фельдшеры и другие. Диана Салихова, Азамат Баймукан, МТРК.